лет. Так как скоро у нас Пасха, я решила сделать пасхальную корзинку с пасхальными яичками. Для корзинки нам нужны будут разноцветные модули. В данном случае у меня 6 цветов. Разноцветные модули, и модуль у нас размер 16 часть от листика А4. В первом ряду, он не в первом ряду, а вообще во всей корзинке у нас все ряды будут состоять из 30 модулей. Потом я сделаю лепесточки и ручку. Поехали! Ручку для корзинки делаем очень легко и просто. Просто в модуле вставляем один в один, таким вот образом. Можно так сделать. Я так буду делать. Тоже чередуя цвета. Вот так вот. Потом это все можно проклеить, внутрь капнуть клей. И приклеить к нашей корзинке. Вот, моя корзинка готова. Я сделала, здесь у меня 10 рядов. Из 10 ряда начались лепестки. 5 лепестков. Вот такая вот корзинка у меня получилась. Ручечку я приклеила. Проклеила сами модули вокруг, которые. И приклеила к корзинке. Получилась вот такая у меня корзинка. Ну что, приступим к сборке пасхальных яиц. Сейчас покажу принцип сборки пасхального яйца. Итак, для сборки пасхального яйца мне нужны будут модули разных цветов. Будет узор у нас на яйце пасхальном. Размер модуля 1/64. От листика А4. Такие вот маленькие модули. Значит, первый, второй ряд по 16 модулей. Точнее, с первого по четвертый ряды будет 16 модулей беленьких, в моем случае, белые модули. У меня здесь 4 ряда по 16 модулей. С 5 ряда мы увеличиваем количество модулей в ряду, надевая одним кармашком вовнутрь, вот таким вот образом. Один кармашек вовнутрь. Увеличиваем поделку до 32 штук. Увеличиваем модули до 32 штук. То есть два модуля надеваем
одним кармашком вовнутрь и чередуем цвета. Два белых, два красных. Увеличили поделку до 32 модулей, то есть ряд. В шестом ряду нужно будет ввести еще один цвет. Нужно будет вот так вывернуть немножко поделку вовнутрь. Вот таким образом. Цвет один вводим, желтенький, ну оранжевый у меня. В шестом ряду, значит, чередуем цвета также по схеме. Схема, кстати, будет в описании под видео. Берем оранжевые модули и надеваем их на два белых. Вот оранжевый. Одеваем на два белых краешка. Вот таким вот образом. Дальше идет красный цвет, тоже по краям оранжевого, красный. Вот. Красный, теперь белый цвет. Белый, опять красный, оранжевый, красный, белый. И так по кругу. В седьмом ряду мы опять чередуем цвета красный с белым. Два модуля белых, два красных. То есть там, где был оранжевый цвет, мы надеваем два красных модуля. Вот так вот. А дальше два белых и так далее. Следующий ряд будет весь из белых модулей, полностью, везде белые модули. Восьмой ряд полностью из белых модулей. Девятый ряд начнется следующим образом. Тоже два белых, два красных модуля. Два белых модуля нужно расположить над предыдущими красными двумя. Вот,
два белых, следующий пойдет два красных и так далее. В 10-м ряду опять вводится у нас оранжевый цвет. Это у нас цветочек, и серединка цветочка – это оранжевый цвет. То есть на два красных мы надеваем желтенький, ну, оранжевый. Потом опять два красных по краям оранжевого цвета. Дальше белый. Опять красный. Оранжевый. Красный. И так далее по кругу. Вот, у меня получилось вот такое яичко. Все делала дальше по схеме, как мы и начинали. Все цветочки, все. Схема будет в описании под видео. Так, теперь это яичко можно положить в нашу корзинку. Вот таким образом это выглядит. Подписывайся на канал, ставь классы, пиши комментарии. Всем пока!